Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма «Спортивний тиждень». Федерація спортивного туризму України визначила переможців та призерів всеукраїнських змагань зі спортивних походів за 2016 рік. Перше місце серед походів першої категорії складності посів унікальний велопохід, який був здійснений спортсменами з інвалідністю по Харківській області ще влітку минулого року, розповідає керівник велопоходу Андрій Нечепоренко. Закончились всеукраинские соревнования среди велопоходов первых, вторых, третьих категорий сложности. Мой поход по Харьковской области, велопоход первой категории, занял первое место, значит, среди велопоходов первой категории. Это был экспериментальный велопоход, и он, его достижение является то, что спортсмены-инвалиды прошли по нам впервые в истории, вообще, не только Украины, прошли по нормативам здоровым, и значит, спортсмен-инвалид Артем Добрыгин выполнил норматив третьего взрослого разряда. Значит, были проведены практически научные исследования в этом велопоходе. За 25 лет независимой жизни нашей Украины таких экспериментальных походов никто не проводил, и экспериментов не делал, и научных практических исследований. Поэтому это есть достижение. Оно, значит, дает возможность нам дальше рассчитывать на то, что оно будет продолжением и развитием велотуризма среди инвалидов, и не только, чтобы в дальнейшем оно имело свое продолжение.